И еще статистики. Омская ГИБДД опубликовала необычные данные. Госавтоинспекторы составили более 350 протоколов за нарушение правил дорожного движения водителями, чьи автомобили украшают так называемые блатные номера. Как правило, в эту категорию попадают номера с тремя буквами «А» или с тремя «О», или же с тремя одинаковыми цифрами. Согласно исследованиям полиции, омские водители с блатными номерами предпочитают превышать скорость. Большинство нарушений, которые допустили рулевые в октябре, связаны именно с несоблюдением скоростного режима.